Собака попадает. Да, верно. Штефану. Она что-то фризит, блядь, бесит меня. Да нормально так. Это вторая самец. Ну и большой раньше, как говорит. Какая вторая? А, блядь. Вижу, эта ленточка, блядь, не упала. Думаю, нахуй, вторая еще есть. Ленточку захотел. Сука, напали, у меня ленточка есть, на этом говне нет. Только дал салют. Еще не видел эту ленточку. Мне 10 секунд прожить, живите. На хил рейде. Да, один хуй. Ой-ой-ой, душа. Отдай мне свою душу, за душу, блядь. 3 дебафа. Я, Войд и чтоб пофармить. Шреддер? Ну, Шреддер, ну, если с грани, тогда этот, как его, он один хуй вешается. Дал потом. Сейчас репа с них не идет. Иди, детектив. С кого репа? Собак, репа не идет. Ловушки, вообще? Детектив, мастер. А, блядь, секунду. Помним, как на дырку ли работала грань. Кто последнюю глюку дал, тому душа сочеталась. Ага. Квесты в десятке обычки, блядь, работали нахуй. Делать можно было. Ну, хэм или обычку, не помню. О, а что этих киллеров, сука, душ не дают, ну? А собаке можно давать. Было. Давай вторую. Сразу раз. Не моба, сразу веди сюда. Сука, где ловушка? Ну по той беги зигзагом, ёпью. В обратную сторону. Вот. Тор разлетел. Гуч? Шреддер. Да. На пацанке была. Я тебе говорю, там этот. Бегай всегда зигзагом, но. Что, налево, направо? Направо. Ну или прямо. Ну сейчас это вот туда забьем. Сколько кольцо дает меткости стрэша? 38. Куда вы пошли? Направо пошли, на гнильную. Ну, бля. Ну, меня аж надо. Сюда превратилось, серьезно. Чтоб не пиздел много, но. Будешь маленьким слизняком, я. Главное, не пиздюхом.
Ну, а ты чё, без ласки, что ли? Кто, я? Лу, говорю, без ласки. Да. Так у меня же это, у меня 50 сил без ласка. Я понял, понял. Так, ФДК 259 с иллюжным фиджоков, нахуй. Нет, твою мать, как говно какое-то. А чё у тебя? Я на босс. Так, ясен хуй ты на боссе. Ну, пояс есть, но у меня будет недокат меткость. Кольцо можно будет купить? Можешь быть свободен. Чё такое было? Да так, ничего. Я понял. Секунды заметки заполнены. Вы тогда пока не пуляете, я типа духашечку возьму. Ты чё кикнул, давай его. Ну, потому что он даун. Ты серьёзно? Да. Так, ретрик. Ретрика возьмём, 258. Бери. Я вам джипсы поставил, если что, справа. Солчатаж, да? Вот су, он в ашаре, блядь. Пойду по копалам прилечу к ссылка. А чё вы покинули? Чё он покидает? Ты хочешь, это мой рейд? Я когда никому вешать не буду, вот нахуй, мне похуй. Нет. Кикай его. Я не пойду с ним. Хочешь, чтобы рейд распался, окей? Да. Так, чтобы было понятно, смотрим в Дискорд. Ой, блядь, я помню, нахуй. Что в Дискорд? Сейчас передавай рейд лидера, я буду собирать и дальше проносить. Давай, Орелла. Да. Так, сразу, так, это чё? From это он писал, да? Кто? Если Гуччи себя неправильно ведет, тогда я за Майдан. Гуччи себя неправильно ведет и пишет в ПМ, вместо того, чтобы успокоиться, он показывает свой гонор. Поэтому он покинул этот рейд. Кикай нахуй. Я кикнул уже. Я, блядь, Вайдав сразу попросил, когда Гуччи пришел. Рейд без срачи. Я Гуччи тоже, блядь, написал нахуй. Иначе но мут он, уйдет. Он, блядь, стал писать в ПМ. Вот то, что я скинул на скрине. Он невменяемый человек, и он в гильдии не нужен. Ты ретрика кикал? Да, да. Возьми его. А, зря ты его кикал, он уже ЧС кинул. Ну, мне это пишет пока. Ну как пишут? Пока я не в ЧС сейчас. Ты напиши ему, чтобы убрал Войда из ЧС. Скажи, что по ошибке кикнул. А он сгиб пошел, короче. Пала моего еще кикнули. Я ничего не кикнул. Я забыл, да. Потом зайдешь похуй пати там. Ты по ЦЛК, да? Ну я пока к ЦЛК прилечу. Пока до босса. Где ты там? Сейчас зайду на пал.
Ты не мог просто его нахуй час кинуть и все, бля. Ты меня пока в восьмую кинь. Эти, блядь, подставы от Алисы, это вся хуйня, блядь. Крайнис. Крикни в гильду, то может кто пойдет. Секунду. Миша от ВЛФГ Войт кидала. Согласен. Где? Кто пишет? ВЛФГ он пишет. Войт кидала. Хексер плюсует ему. Я пишу. Я согласен. Рассказывал, как ты его кинул-то. Кинул на рейд. Я его, сука, предупреждал. О, Гучи Гмайнд кидала, блядь. Так кто? Где? Какой-то Холис Майнер пишет, нахуй. А, уже Ги. Уже Ги кидал. Ну видишь, я говорю, он неадекватный человек, он невменяемый. Живет в Крыму, если что, кто там близко. Скину бабок, чтобы подъехали к нему. Такие неадекваты в гильдии не нужны. Конечно. Чё, с чего началось-то вообще? Не знаю, у него спроси. Я не помню. Он мне не отвечает. Потому что он не может. Всем привет. Мастера, ты можешь писать говно в чат? Чё ты... А я раз накинул, мне хватает, я больше писать не буду. Он мне больше вот в часе. Вот. Я даже ЧС не раздаю. А мне не зачем чес давать. В основном меня кидают чес. Чё? Ну, БГ дело такое, как в доте, с мамками. Да, блин, внимания не обращать и всё. Ты на БГ же не чат читаешь, ты же... Не, не они, я начинаю. Я такой супер неадекватный. Когда пати занимается, хер пойми чё. Всё, я взорваюсь. Я тоже бывало писал, но мы до 2012-2011 годах вот где-то дошли с типами до того, что вот у нас играло два статика, Альянс, Орда. И мы как бы дошли до того, что мы даже вместо того, чтобы замеситься, короче, мы не фармили на кладбоне друг друга. Мы как бы садились посреди ущелья там и просто... Да, конечно, можно. Половина цена толку. Закуп с ГБ. Танцевали там возле костра, просто сидели. А я не знаю, сколько оно. Да вон, 3.5 давай, нормально будет цена, я так думаю. Ты ретрику написал тому Бартис? Я написал, он с гильдии пошел. О, афлиолог этот. Да, я, если что, здесь уже. Да, в этот.
Понятное дело, что, ну, давайте только чисто без наебов. Или просто этот. Сами одевайте. Да. Не, вы, ну, одевайте, если этот, как вот, с трэша, как вот. Ну, смотри, смотри, вот, смотри, я кольцо отдел, осмотри. Не, я ничего, я не говорю, я доверяю. Просто вы одеваете для того, чтобы повысить, во-первых, полезность рейда и повысить свой ДПС. Ну, я кольцо вот. Одел, можешь посмотреть, я его потом одену. Если что, он наполовину говорит, типа, этот, чё, кикнули пристально. Да я уже здесь, в этом, в Дискорде. Сейчас, вот, смотри. Вот, видишь? Просто оно без сокета, чё мне сейчас его носить? И пояс у меня без сокета. Я понял, да. Всё, видел. А ты его знаешь, что он военный? Да не, не знаю, он с Крыма тебе говорит, что он военный. Он тогда как-то сидел, раз в РК что-то сказал, был, блядь. Ну не все двинутые, блядь. Это да, я сидел за Doom, сидел и он сидел, что-то мы говорили там, блядь. Да по его писанине не скажешь, что он военный, даже по голосу. Ну либо как бы так, но там не замечают, что у него с головой проблемы. Да Лу и так выебываешься, у тебя видно, что ты ВДВшник, блядь. Сидит подпёздывает там. Мне самому лететь, Сумона не будет? Да, не-не-не-не-не. Не, не будет Сумона, потому что, да, локов не было. Ну, с Даларана, я думаю, недалеко лететь, да? Ждем. Ну, смотри, у нас этот, Чумка, Кровавый, Ледяной и Лидживо. То есть идем на фул. Не, ну я без Б, просто я мастеру говорил, что я полу-ПВП, но 8к ДПС я выдам. Да нормально, есть, да, ничего нормально. Приоденем. Чтобы я не зря там сейчас не, зашел. Успокойся, все норм. Хапнул, блин, КД. Один уже хапнул, ливнул. Да не, я прикалываю. Этот. Да ничего, пронесем, тут ДПС хватает на фул. Мне по большому счету перспектива, то есть открыть десятку там и так далее. Ну, смотри, тебе перспектива, если у тебя проф не убит, то тебе нужен проф. Не, ну я профа убивал. А, ну вот, видишь, на за готов. Я не помню. Соответственно, чтобы пойти в ХМ-ку, тебе надо убить за. А в за пускает, если проф не убит или нет? Нет. Чтобы пустило в за, надо убить со профа. И также в РС да, не пускают без профа, как и в за. В РС не пускают без профа. Да, и в РС не пускают без профа. Не, ну я в за уже ходил, короче, раз. Значит, у меня проф убит. Ну, Золджина убивал или нет? Не, не убивал. Ну, плохо. Ничего, убьем. Ты оденешься, убьем. Да я в ПВП, блин, в основном задрачивал. Ну, смотри сам, локи хорошие нужны в рейдах. Особенно в ХМ-ках, блядь, на совете. Смотрите, Луры отвлек на профи. Будет. Ну, ничего. Мы можем сделать по-другому. Будь зря ВЛМ, а ты пойдешь хулипалом на проф, это и все. Тогда. Так, а вы где? Куда мне идти? На чем? Чумке? На чем? Да, ага. Да. На гниломорду. Че, блядь, 19 осколков, сука. Сколько? 19. И будет. Пока, короче, соберешь ДС, выйдет, короче, все, нахуй шами. Да, ну, почему? Если упадет в этом рейде нормально, то есть заебись будет. Я смотрю, тут вот, 9-й сезон до окончания 50 дней, на угу. Полтора месяца, значит, может, что-то новое завезут после этого. Не факт. Я тебе сразу говорю. Ну, шмотки ПВПшные точно завезут новые. Ну, не А9, а типа, уже будет минимальный стандартный, походу, 245-й. Не факт. Я тебе сразу говорю, потому что, блин, РС-ку открыли на половине сезона. То есть... Гер.
Если 10-й, то может, а 10-й завезут, ну? Не факт. Ну, смысл тогда, блядь, проще тогда 10-й нонсеты брать. Нахуй, не по статам пизже будет. Хуй знает. Все это будет видно. Чё, главное, давай, чтобы демонов завезли. Чек, делай. Демон Хантер. А, ну, тринки, конечно, мощные. Не завезут вообще. Они сказали, что не будут делать этот класс. Не будут? Не будут. Ну ты играешь на каком патче? Они могут пока сделать. Просто ядро, блин, легион. Точнее, из черного храма. Если стоит, они его делают. Им просто сейчас не написать, не прописать и тому подобное сделать. Нормальную механику. Так бы иначе монахи были бы уже, блядь, здесь. ДСС по эрдру, давай, да и нормально. Чё, так, поехали? Я набось. Да, да, ты набось. Пускай будет, нахуй, потом оденется, блядь, я пуляю. Рыбку ставил. Бьем, бьем. Только ча прохил, ты че? Либо за диспель. А где это? А где слизник? Если умираешь слизняка, что ли, нет? А, эти рейти не таунтятся, маленькие. Это просто что-то в том рейде был лагин. А почему Геру не даем на нем? Нет. А чего не даем? Подойди, Клыкач, подойди к боссу. Зачем? Натухом нужна будет Геру. А, натухом, в одного танка потанешь. Большой. Ты видишь? Можешь, когда он поворачивается, выбегать под блевоты, чтобы он назад на тебя не разворачивался. Хочешь, типа, чтобы я забегал сразу спиной? Да, чтобы милики перебежали и потом, ну, продолжали спину бить. О, я думал, вы милики не прибегаете. Нет, там же парирование идет. Вот, а так лучше. Ой, какой я молодец, ой, я скипнул. Кокачик, бегай. Босс, своди. Угу. О, то, что надо. Хорошее блин. Кольцо, хорошее. Я взял такое. Тох, но есть и отличные новости. Он оставил море слизи. Кажется, тебе агильное не надо, да? Ну, там не столько из агилы, сколько с мастерством. То есть считай... Не-не-не, я не про это, я про то, что я забрал сурка. Ну, ты можешь пока сурка носить, если у тебя с мастерством нормально.
У меня с мастерством ненормально, потому что если меня из запас мастерства. А, ты же Армс. У меня мастерство не. Я забыл, что Армс. Нет, проблема. Если фурика будешь делать, то два троллейбоя будут топ-пухи. До войны. Да я же понимаю. Вот, и там с горы мастерства не будет. Ну как бы надо выбирать. Так, в одного танка идем. Пока не прожми, блядь, Базана. Как лимонно. Ты с кем говоришь, что забыл? А, бля, я рыбу проебал. Ну ладно. Выстой одну тату, одну сюда метку, да и все. А нахуй наш? Да, пусть ориентир будет. А, мне надо релога, за что выставить? Без нее, ну, похуй. Дам ассист кому. Кто там может выставить? Ну и хилам придется стоять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну два хила, два РДД на ренже и все. Четыре человека. Так там-то этот, 5. Не, 4 надо. 30% рейда. Там 5 РДД, если с хилами. Ну то есть... Ну, какой одного хила можно загнать под да, этот. Да. Или друид, или шаман один. Зашли под босс. Может тогда тут Геру или че? Да, Гера? Да, Геру. Геру держи. О, я агро. Я фрижу. Меня лагает нахуй. А, без... Армсы всегда такие. Сейчас. А ты говоришь, ну. Мак. Томиро, дай-ка мне БР. Походу вайпанулись, да, нахуй? Падаем. Дай диван. Ну у меня фриз, нахуй. Шреддер, дай диван там по кому-то. Он сам балуш. СС, дайте. А что это такое говорит? Да я не знаю, блядь, что за фризы такие ебаные. Все, меня выкинуло. Пизду тебе к боссу, чего клоуру стал? Или нет? А мне на кресте такая хуйня бывает. Я не знаю, блядь, у меня первый раз фризы, блядь, в этом. Я зашел, блядь, на этот, только на БГ, короче, меня зафризило сразу в ноль. Короче, альтов 4 жму. Сейчас зайду. Сейчас ножом кого-нибудь пырну, сек, не вставайте. У тебя маслет есть. А, точно, маслет же. Я так смотрю, в два танка надо идти, да? Не, сейчас. Да ну, отфризит, успокойся, нормально все. Ну вот, придется 7 рыбу опять ставить. На. Первый раз такие нахуй. Ребят, подождите минутку нахуй. Ребутну этот роутер. Я уже рыбу поставил. Да ничего нахуй, я без рыбы справлюсь. Чаплю. Стоп, а это уже целка, что ли, блядь? 25-ка? Слышите, не? Нет, десятка. Да нет, 20... Ну-ка, скажи что-нибудь. Что-нибудь. Нормально, фризил. Я захожу. Слышишь, что? Мид. Ау. Через полминуты сбора на 25-ку. 17:00, через 2 часа. Через 2 часа, да. У меня пишет 15:00. А, блядь. Это я просто в глаза ебусь, все нормально. 17, я же говорил. 5 часов. По телу резнуть можете, нет? Ресните по телу, босс не агрится, подойдите ближе. Начертатель есть или эти? Стамина? Что-то хп мало. Есть, я дам. У меня есть. Сейчас реснуть.
Что, они ресают? Ресают сейчас. Пришел рез? Нет. Ладно. Тогда беги. Заходи, Винс, лок ставь шкаф. Ну, вроде норм. Не знаю, нахуй. Первый раз такая, такие фризы, сука. Угу, вижу, сейчас. ГП. Рыбу похавает, пока стоит. Да, сейчас, пока стоит. Сейчас поем, сразу бафну. Нормально. Фури бафен. Шреддер кулаки развивает каски. Ой, кресты. Кулаки. Вот, так мобы починили в этом, в ивенте, да? Ачивки летят. Смотри. Да, да, да. Сходить. Я еще вечером, блядь, зашел. И на двух персах сделаю ачивку. Молодец, надо на престе сделать, на посох и этот. Не, пизжу на троих. Выиграл партию в пулю, короче, не по минутке. Герус не с пула даже, а где-то так. Пула, да. Короче, 5 секунд на агро дадите. Да чё, давай. Ты бдилку намагай, всё. Я без билки вообще-то. Я в армсе, блядь. Гера. Ой, выбеги. Ага. Пожмусь. Что, да дай по турбо сальву. Нихуя себе, турбо 22 кабус. Менжа набирать, не слакать. Ну лок, не забудь скорость ловить, хотя бы две тебе надо. Ну чуть дохнешь. Как так клыкач третий, четвертый по игру, блядь, я не понял, клыкач. Шредер или лу выглядит. Угу. Надо же набирать. На пулы клыкач, давай, я не вижу на пулы. Да нормально, мне хватит. Уже не сорвал. Уже на 300к открывался, блядь. Должен так держать, без напула. Уже и так подержу. Но мне 5 стаков, урон увеличу. Я вынесу, стой. Я вынесу. Да стой. Да уже поздно, поздно. Ты стоял просто. Ну, у меня есть вмешательство. Ты да ладно. Там не знаешь. У меня сейчас больше ДПС по боссу. Так оно столько же и было бы. Я хотел вмешательство нанести. Типа по скиллу. Туда-обратно? Да, туда вмешательство, на обратно босса. Ну, там на секунде типа. Главное, специально камеру отвернул еще до второй спора и жду, стою, он в третий, хоп. Не сбегайте, надо. Что там по бабу? Прожимал их? Ты видишь, на мне стаки? А, один. А я же не смотрел, блядь. Тут все четенько. Фу, сука, ПВП-шер, блядь, с макросами бегаешь на снимание бабла, да, блядь? Нет, так, я так. Руками снимаю.
Ишка свой. Шо, как мне теперь жить, нахуй? Меня Шредер передамажил, блядь. Ёбаный урон. Штанишки пиздатые. А теперь у Шредера печать порчи на первом месте. Не знаю, зачем ему печать повиновения была. А он только... Он типа включает на одиночных боссах. Но если он видит хотя бы две цели, он сразу печать порчи вырубает. Ну, у нас Сурке не профитно. А у Еньки... А крайних нажали, не? По печати уже давно известно, она только в трех местах профитна. Она на вальках, когда три вальки на лече летят, там надо урон по всем наносить. Но там профитна. Ну, это да. На големах в РС, если их надо залить. Зависит еще от пока что хинстов, которые тут есть. ЗС. Ну, да. Ну и на трэше и все. То есть, что, ты босса будешь водить или я буду водить? Ну я кукла. Хорошо. А, хочешь квест сделать? А ты в кукле тут сидел уже, мастер? А я уже давно сидел в кукле. А, ну, отлично. Я профессиональный сидельщик в кукле. А не спутьте профа, мне еще напало. Ю в профа за 5 косарей голдына. Кто там в Элима может? Шаман? Да, Узи. Да, да. Заходи, запало в офис, докажи. Видишь, начали этот бой. Ну ничего, сейчас шкаф поставим за сумму. Я еще мою вторую десятку буду собирать, какая разница. Надо этот, как его? Может быть Шредеров в куклу от ФДД? Хочешь научить его? Да. Можно один трай дать, чтобы он попил лужу нормально. Да, ну, просто ему тоже делать надо будет потом. Или просто... Может кому-то, да, если еще... Посмотрит видео, я же сделаю. А, ну вот, видео сделай, Шредер, посмотри, потому что здесь никак на циркуле, на других сервах, тут жёстко. Вилема. А, будет. Чё как не на циркуле? Тут все так же, как на циркуле, лепить положено. О, чуть-чуть потяжелее. Ну да, потяжелее, но плотно. Потяжелее здесь. На циркуле, блядь, там проще всего, нахуй, эти лужи пить. Когда есть Шредеру в рейде, блядь, тебе вообще почти эти лужи пить не надо, нахуй. Вот в чем прикол, блядь. Ну, у меня, учитывая то, что когда я делал, ну, этот, да, было два эрдру в рейде, на меня хоть и этот хуярили, как его, омоложение, буйный рост, у меня, считай, от них энергия, блядь, не натикала вообще нихуя. Ну что, значит, починили, все нормально. Почему? Должна натикивать. Не, ну она вообще там по мизеру натикивала. То есть меня это не выручало. Все, когда принял, можете смотреть. Там шкаф. Лок, поставь шкаф, ага. Ты потом там смотри, чтобы у тебя эти были по фулу. Бузер спекнулся? Да, я видел, вроде спекнулся. Отлично. Да, триньки такой много. Получше. А, конденсатор, заебись. Че, кресты всем раздать, пока есть возможность? Да, раздавай кресты. А, у тебя шапнутые, да? Может быть, я прото раздам? Давай прото, да. Кресты, да. Кулаки дам. И что, у нас три хила будет? Нет, Узер в Элеме. Узер в Элеме, это че? Для турбойса как раз плюсик. В крит. Так, пускай спекается, он в хиле сейчас. Он уже спекнул. А, так, нет. Все, спекнулся, все нормально. А. Так, что там? Чё, трубай саки на бдилку, на, пум. Да, да, кидай на него, потому что агро он рвет, мама не горюй. Этот, как его? Чё, рыбку поставь там? Так, две рыбки осталось, на. Почему? У Вайда есть еще стак. А, я ему вчера давал. Шредер, давай касочки по всем, пожалуйста. Мне вчера дал сколько, 7, да? Угу. Как раз с них одна осталась. Шредер, на этого босса дай каски по всем. Шредер, тут нет? Шредер, ёптить. Погоди, чек на готовность. Шредер, раздай касочки.
Он у меня, блядь, что, сука, с ЧСа снимать, что ли? Наверное. Да зачем тебе ЧС Шреддера, ну? Он же неадекват, не неадекват какой-то. Сам сказал, что это такое. Майканский. Раздай, клинит у меня еще в этом, блядь. Ну, клинит, я не знаю, с другими гильдиями пускай ходит. Стогу света, блядь. О, Шреддер какой-то, блядь. Ты ебался на Шреддер. Каски где, блядь? Почему он показывает мне баф? А, это ДК. Все готовы. Все, всех есть. Да. Я пью. Новости, я нахуй он так стал подрываться, ну? Ну, ты молодец, ну и... Ага, куклу диспел. Куклу диспел, она багнулась. Жал. А здесь пылится? А походу нет, я не могу стол нажать. Давай, все, сука, жмись. А кто не нажмет? Не нажмет он стол, даю диван. Давай, диван, ложимся. Где там хилы? Есть кто хил? На, лужу, вставайте все сразу. Лужу заходите, да. Лужу заходите, ложитесь. А, да, забыл сказать. Так больше не делай. Подходишь к столу и пьешь. Потому что любой скилл при выпивании стола и кубка багается. Не, я знаю, я просто тупанул. Я перед последней секундой прожал крик на хп, блядь. Да. Вот, лучше не стоит. Бузя, давай этот, подымайте. Быстрее, только пока рыба есть. Рыба Мас, лес. Быстро рыбу кушаем, пока есть. Шреддер, поднимайся. Кушаем рыбу, пока есть рыба. Потом этот. Сейчас я всех перебафу. Да, ребафуйтесь. Ох, шедом крик до пула. Да я уже дал. Чё, на готовность? Всё, всех потом. Стоп. А, стамин. У меня маны нету. Давай, пей. Она сразу лог дестрик, да? Отлично. У нас также живой может кричать, у нас же все бафы есть. Пускай кричит. Давайте еще раз чек на готовность. Все готовы. Я спать хочу, блин. Отчет на пол. Блять, у меня крыльев нету в турбо. Смотри сильно, не врывайся, пожалуйста. Дал, кто мирот, кидай на куклу хоты. У меня нет процентов, так что не стал. Курба, бей. У меня тоже нет процентов, кстати, бей. Ну войда, естественно. Вот скажешь, когда ладно. По зеленому играть. Слушай, выходите. Лоб не прохилили. Сбежали к цели. Нормально. Перейдем, нет? Да переводите. Бэр, Томми Рот, дай по локу. Не успели. Замедлю после перехода. Да. А локу дайте баф. Сейчас скажу сюда. От красного отходим, цепь играет. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Он, походу, он на друиде будет, либо на какой-то каче, да? Не шедер. Не угадал. Пельмень.
пельмень. Аккуратненько, не ловим тунишки. Сто процентов раген. Колбыш. По зеленым играем. Дал прожимку. Пельмени. Лока, 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 прохил. Добивайте, добивайте зеленого. Вы чё? Ребят, ну блядь, чё мы бьем босса, когда зеленого? Бузер поднимешься. Бузер, прохильте. Бузер, подойди ближе. Дам баф. Блядь, бомбы забыл. Колба. Красный пошел. По красному играть. То у красного не переключается, блин. Волк не переключается. Зеленый. Зеленым уже играем, давайте, ребят. Пельмень. Аккуратно. Давайте, отлично. Колба 5 секунд. Я вижу. Опять проебал. Пельмень. Замедлил. РДДшники уже должны были разготовить его, но... Бейте. Полбы. Угу, вижу. РДД-зону. Лужи. Пельмень. Сорок 3%. Сбежались к нему, конту. Да, хилы стоим, вы не сбегайте. Почему ты шредер босса бьешь? А, он этот ждал же цель, ёпту. А. Он все правильно делает. Он не надо тут. Его выбрало, я забыл. Он ждал этот просто цель. Как он пока ждал цель, он бил этого. Не, да, я смотрю, у босса стоит, его в цель. Кстати, да, красный, он специально. Замедлил красного. Два раза замедлил. Че, Геру? И тогда. Геру помню. И убиваем его. Да можно без Геры слизня забить. Ну убивайте без Геры. Давай, оба есть, дали сначала тем этот. Раздотываем его. Должен быстро 3 секунды побежать. Осталось. Шредер, бабл. Как подойдет, бабл. Не стой, бей его. Бабл. Пельмень. Ау, блядь. Не везу, ну. Ну, Геру давайте. Геру. Балдушами кидаться. Его душу я заберу. Пельмень. Мак. Потом стоит, мак. Помирюсь. Какая-то нежить. Забирай. Сколько стаков? 5. Ну, стаков 3, да? Уже
ФБД, пельмень. Готовься, комбо. Бомба. Бузер. Бузер. Доливайте. Шредо, дай диван. Не надо, не дал шо. Тут 6 можно вроде даже стакнуть. Тут 8. Это ёбаная кость глута, которая меня откатит. 100%, блядь, если я выиграю. А я из-за ДБМ не могу и поролить. О, ролим. Томирот, Гатса. Томирот, тебе нужен этот башка? Та-на-на. Бузер плечи, окей. Суманете, если чё, ДГ, я пока там пала, выведу отсюда. Да, выводи пока чё. Гатса с квестом. Спасибо. Свободный день, получили. Томирот. Да нет, тебе как раз на офиса и надо. Я просто ролю на тис и все. Мне больше ни хера не надо. В комнату не заходите пока. Там что, квест что ли? Не. Круто. Бузер, давай фила сразу. Бля, будем квест делать? Да, да. Он тут быстро делает. Сейчас багруха, оп. 17. Только с первого этажа людей соберем, петом ханта, остальных, блядь, так забьем. Бля, придется тогда у 25-ки показывать, ладно. Что показывать? Да, там про печать все. Че, видел? Что такое накрутка ДПС и что такое ДПС? Ну, случай с принцами это уникальный просто. ХП-то сносится только то, которое на активном боссе. Когда по пустому бьешь, оно уже не сносится на активном боссе дополнительно. Можете пало кикнуть. Так люблю людей кикать с рейдом. Я люблю. Ну, не адекват. Если могу макрос подсказать. Какой? Геквай? Про рейд. Типа распустить весь рейд? Тут даже не надо макрос, у меня оказывается оно есть управление рейдом. Наверху такая кнопочка, тут пишет распустить всю группу. Все, заходим внутрь. Зачем? А там зачем? А, хант уже ведет. Да я думаю, времени до хера, а мы так убьем, должны успеть. Так, чары раздайте. Я по тактику дал, лейтенант взял на себя. О, я в сапинах, нормально. Твиси меня на ковер вызывает. Чего же? Сегодня, говорит, перед РТ.
Захолипал этого, да? Да нет, вообще. За то, какой я урод. Давно пора. Не, сейчас вот у нас коллектив развалился на X1. Там на X5 ушли человек 5. А этого недостаточно, чтобы топ-гильдии стать. То есть нужно человек 15-20 кастрат. Как у нас было. Ну, для Киас нормально. Ну, то они... Типа с X1 ушли на X5? Ну, как не ушли, играют там, потому что X1 онлайн очень маленький, на X5 есть онлайн хороший. Я с мутантом играл. Бля, да чё ты таунт это не прожимается, ёбаный урод, поэтому ёбаный вот так кубузил, что ли. Мутант, я не знаю, ему 15 лет. Ну, вроде сначала нормально. Человек 25, X или ком, не помню. Собрал гильдию специально для того, чтобы сделать себе шем. Ему 15 лет, Виталий, надо сделать. Не, ну бывает. Меня зовут Виталик, и я реальный. Я любую чип. Разведу вас, сэк. Ты мой огнетушитель, пусть. Виталь. Виталь. Да, прикольный трек. Я помню, древний такой. Вы бы контроллер раздали? Так, Тилу мёртвым. Резко. Лейтенанта я забрал с ним. По лейтенанту, ребята, играйте. Бой, кто тебя там бьет? Не знаю, кто-то тычку дал. Тактик сквозь фир бьет. Да ни хрена он не бьет сквозь фир. Нет. Да ну он и стан, я помню, давал. Ну. Да, да. Когда он прыгает за спину и дает гороту эту, она бьется даже в фире. Нет. Да. Иначе все вздыхали, нет. Он один удар наносит. Да все, забейте. Но он не наносит фири, он только сапает. Глядь, наносит, говорю, нахуй, ну ебаный. Ну вот, смотри, сейчас. Вот, прыгни, давай вообще. Ну, на всякий случай еще раз. Ну, прыгай. На кого? На турбойс он вообще сап дал нахуй через фири. Ну, видишь, сап он дает. Ну и сап дает, что наносит урон, правильно? Нет. Чё там дальний трима ботам забьем, да? Прочитай сап, нахуй, чё он пишет. 3 косаря урона наносит. Нет. Секунду. Вот, на войде, бля. Раз в 2 секунды. 3-250. Кровавое штамление. Спорить, сука, со мной будет. Нет, а мы что, трима ботам забьем? Нет, три моба сюда веди. Шедер, кулаки, МП5 с тебя. Меня зовут Вайдяра, и я реальный кекс. Кекс. И я любую твинси разведу на секс. Благо она это не слышит. Она там сидит вообще на дискорде. Да? Где? Не. Не, ну не у нас же. Она не у нас в дискорде сидит. Да нет ее вообще в дискордах. Да, твинси не сидит. Виска-киска. Раз, вернул. По лейтенанту играйте. Ну, ладно, по командиру играйте. Че он там стену не кушает? А я забыл, что мне надо. Он в угол встал, ёп. Мне Душкин надо, ёп. Да, тебе души надо. Ты слакаешь. Сейчас, если что, я уже сам забью. Сколько уже? 905, что ли. Ну, за сегодня не добьешь, добьешь 25. Буду тончить, если что, но... Вместо лимона. Ебать меня, призывайте. А где лимон? Не знаю. Когда он пропал, но... Он тоже на меня обиделся.
Когда будет кара Геры или Соломан, вы напишите в календарь, чтобы не проебать. Порешаем. А вы кара Гер больше не понимаете. Чё, пробафались? Шли. Чё мне пройдём? Десятка, каждая капля крови есть. Погнали все нахуй. Чё, я двоих или ты двоих? Ты двоих, я накилю. Вот так вот, сепику, да? Я посмотрю. Хотел послакать нахуй. Давай я послакаю, накилю сепику. А мне две души будет нахуй. Да, окей, чё, давай. Клыкач и турбой... А, клыкач и лок на сферах сидите. Лок. Мы посмотрим, лок может для пета бить нахуй сферы. Лок, на сферу пета, на кинетику направляй. На одну. И вторую подбивай. Одну посмотрим нахуй. Все, я понял. Без жидкости фаерболы должно же. Да. Без, так, я сферы никогда не бил, бля. Кинетика. Будет кинетика, как шарик с потолка лететь. Ты на него пэта направляй, все. Синий, главное, не бей. Могу тяжелее там. Бах, полетели нахуй. Кинетика. Вот кинетика, падает на нас. Видишь? Это туда отправь сразу, выдели и забудь про него. Что я койл дал, она не полетела вверх, у них чё какие-то щиты. У них, да, есть этот, видишь, подбивает он хорошо ее, она не опускается. По килисе то только точечно, ребят. Кто не умеет точечно, значит не бьёте. А протоваром хорошо снимать огромное. Смотри, в этом, в героике, если ты будешь постоянно на этих, на кинетике сидеть. Да в доспятках это проще. От людей больше. Как там сменилась цель-то, блядь, с меня? А это огром. Трубой, с ним бей. Да ну, не, он бьет-то меня, ёпт. Вот, теперь его бьет. Это один бес, одна кинетика, изи. Все, она пропала, лок. На другую ставь его. А, да. Нет. Это новое, вон, что ли? Вон еще справа, блять, там стена еще что ли рядом. Вторую подбивай, лок. На одну пета направляешь, а вторую сам подбивай. Да, ну видишь, локом профитно, он две держит спокойно ее. Босса. О, падает. Надо ушивать. Африки профитные на них. А на дот вроде не пашет. Да? Там надо прямой урон наносить. Нет, а когда сбил три коста, пашет все нормально, нахуй. Там и тики по ним идут. Валанара. Вихрь. Так, над боссом еще помню. Там беса вешали на какой-нибудь. Здесь на циркуле вроде этот шар, блядь, починили огненный, нахуй. О, над боссом. Починили этот шар, ебаный огненный, от него надо убегать. Разбежали друг от друга. Шреддер, блядь. Он ваншотать будет, и сразу по 5 человек может. Сзади босса падает, ядро пошло на кого-то. Да, ядро похуй, у меня тут есть. Это же интересно, тут бы в DS5M творилось такое бы. Ну вот, Шреддер сейчас печатью порчу, правильно бьет? Ну вот у тебя ДПС нормальный, хабос. Сейчас упадет кинетика. Вот. Сейчас заебись. А чё по них, блядь, это Глора? Фу, блядь, Глора. Стаки, сука, не вешаются, за них душу не дают. Уёбки, ну. Все, около стены там, пропало. Тут ретриком можно молоток кидать в один хп. У них хп не пропадает.
можешь даже с пула молотки кидать, если у тебя по ротации нечего. Ну, в этих, да. Но я по ротации почти никогда молот не использую, даже в концерте. Просто времени не хватает. Я иногда, если не все в КД, тогда его использую, блядь. У меня так. Опа, накили сейку, на бомбочку. Да заебал, блядь. В этих же бомб не должно быть больше трех десятки. Таких и не будет больше трех, и 25-ки также. Выходи. Ой, что-то мы не отбежали. Че, вы добьете? 23 секунды. В натуре за этих пидорасов душ не дают, что ли? Походу нет. Ты бафа не вижу. Навряд ли, да. Я вам шведал, блин, на. Блять, в килисе это ушел. Да, добивайте уже его нахуй. Только вихрь дал, блять. Зато репу дали за трех. 328 душ. Угу. Меня сапнуло, шейдер, ферни, тактика. По лейтенанту играйте. Блять, почему сап они выводят меня нахуй? 6к единиц урона по мне бьют. Понял? Помирал тебе на оф. Мы тебе нужны, не нужны, говорит, да, нет. Ну на. А, ну да, на оф. Надо, на оф, на мейне. На, окей. Я же говорю, я просто ролик только на дис. На дис есть кнопочка специально. Не. Не, ну серьезно. Кубик это если ты носить будешь. Кристаллы это тоже все хотят. Кристаллы тоже все хотят. Все хотят, качайте себе профу. Я вам никогда не мешаю ее качать. Причем тут профа? Дается возможность. Я не знаю, это мое личное мнение. Это мое мнение в моем разделении. При присутствии одного человека с профессией на весь рейд дается возможность сразу забрать кристалл. Дает возможность, окей, забирайте зеленку, мне похер, эпики вы не можете дизить, так смотри, не было бы этого профа в рейде, просто... Знаешь, как я могу сделать? У меня на паладине... Смотри, положение чар 450, мне тоже линковать? Линкуйте, вы ролите, я вам что, броню, что ли? Если есть положение чар, ролите. Есть такая интересная штука. Да ладно, чё вы, блядь, на шмотки какие-то появились, успокоились, погнали дальше. У нас время. Этих кристаллов можно делать абсолютку. Я потом у него тоже... все равно кристаллы заберу, чё вы паритесь? У меня не на тэ будет на профу. Типа, такое ощущение, что, ну, не пользуются другие, допустим, даже если у них нет профа здесь. Ну, типа, они ещё ими не пользуются или что? Нет. Просто беру там, блядь, наход инчата, даю ему реги, если... Ну, вот какая-то еще на рейд пользуется профа? Кроме там рыбы и что-то, фласок, алхимии, блядь. Не, ну чарки чарятся, все люди. Турбо, этот, я не могу забрать. На нем баф, блядь, ебаный. Ну, сука. Обрыгался. Забейте, блядь, пожалуйста, череп нахуй, заебёт он иначе. Не надо его убить, его забить. Обычно те, кто собирает в око, у них есть ключ свой. Если нет, только что, они не будут собирать в око. Надо сходить выбить ключ, да? По черепу играть. Ты путаешь, Шреддер, блядь, значение профа нахуй в рейде и значение какого-то итема, блядь, на рейд. Ладно, успокоились, чего вы паритесь, я не понимаю. Блядь, кристаллов? Я никогда этого не люблю, нахуй.
как будто кристаллов не, или вам, блять, регов не уступит мастерал, если надо будет вам чар. Ну мастерал вот, будет мастер... чарить всю гильдию. Не мы такие, жесть такая, мастерал, смири. Так что не запаривайся. Если даете ролить нахуй все на дис, блять, я буду чарить всю гильдию. Но только у меня всех чарок нету, блять. Будете помогать делать квесты, да. Ну, соответственно, по регам можно спросить. Че вам не дадут? Все-таки гильдия. Порезали там людей, колкача резал кто-то. Все нормально. Опа, колба уже пашет, пацаны, вы что не юзает? Она еще в прошлом раде пахала. Че, гритом, мастаун, все два. Все тут. Поехали, 18 секунд. Ты сейчас зайдешь вверх, и она спадет. Сука. Почему ты только, блядь, эту херню, блядь, что ролит нахуй все, но здесь, блядь, увидел на этом сервере, больше нигде этого не видел. Какую, какую кнопочку распылить? Да. Так она везде есть. Она-то есть везде, но ее так-то не есть. Ну смотри, в чем разница, в том, что если ты кубик нажимаешь, то те, кто нажали на я распылить, знаю, значит, ты... приоритете, да. То есть кубик, он создан для того, чтобы шмотку одевать и носить, а... монетка и распылить, она создана, что как раз у монетки и распылить у них одинаковый приоритет. То есть, что монетку нажмешь, что распылить весь рейд. А будет кидаться ролл вот этот, который стандартный, только он автоматом кидается. Давай рыба. И будет. У тебя есть рыба? Да, а, тебе да. Дал. Рыбу кушаем. Ну, только кубик ты налазом можешь разбавить. Будет раздаваться тому, кто ролл выше выкинул. То есть, автоматически вот этот. Я тогда не вижу смысла вообще-то это энчант качать, да? Ну... Ну как, если ты хочешь сам для себя профит, ты качаешь. А так в рейде, если один человек есть с инчатом, то у всех возможности селеги получать. Там, как все кольца там... апаешь. Так, Шредер, давай, от тьмы будешь прожимать.